Всем привет! Сегодня 19 мая, среда, и я вот только-только проснулась, я думаю, полностью это слышно. Мы уже вышли с Настей. Кстати, я, наверное, сегодня сама пойду в школу, потому что Полина чуть трубку не берет. Вот. Я, кстати, запила сердечко. Мне, правда, не очень нравится, но не хотят это делать 35 раз, еще и время было уже. Вот. Ну, а так уроки нормально. Вот, ребята, я уже иду домой после школы. Ребята, ну, я поела, правда, забыла снять. У меня был огурец, макароны и мясо тушеное. На обед и бутерброд я ела с котенком. Вот я уже домой иду с английского. На обед у меня сегодня рыба с картошкой и печеный огурец. Ой, извини, на ужин. И грибы. Еще я смотрю бумагу. Ну и мне отпустим. Потому что я там делаю Насте сегодня. Она меня просила самодельный. Ну, я тут себя клею скотчем. Разрисовывала ее фломастерами. И вот на такой бардачок. Ребята, еще учусь за уроками. Учу французский. Нам нужно выучить два глагола письменно и устно. Мочь и хотеть. То есть... хотеть, да. Волар. И мочь полво. Вроде так. Мне еще не нужно французский, извините, я учусь только. Я научусь только первый год французского, поэтому не забудьте пока. Ну, я покажу, куда буду жить.